урагану нужен простор, большое место, чтобы можно было перемещаться. Например, 11 лет работал, перекатился на другое место, там быстро отработал. Все зависит, конечно, в большей степени от слаженности расчетов, быстроты расчетов. Старший офицер батареи, как быстро все работает. И как быстро цели приходят, и команда, все. Главное, быстро отработать и быстро уехать. Снаряды урагана улетают на несколько десятков километров. Чтобы точно отработать по цели, необходимо грамотно ее обсчитать. То есть это учесть метеоданные, давление, скорость ветра и температуру воздуха. Далее это все обсчитывается, мы координируем машину, и она выполняет свою работу.